По всему банку вот у них висит то, что они соблюдают дистанцию, сидят напротив человека, через 2 метра нужно кричать. Ну, там вообще, да. Ну, да. Ну, я Лен частично засняла. Ты чё? Это же я. Я уже подсела. Кто-то не хочет меня смотреть, ну и пусть не смотрит. Кто-то мне написал, ой, ну тогда не буду вас смотреть. Ну не надо меня смотреть, я не заставляю. Да, что-то солнце такое было. Это театр, блин. Ну вот, видать, нахлобучивало, что, помнишь, жарко, говорит, духота такая. Ну мы куда? Мы давай, наверное, до дома. Так, что хотел сказать. Воды, короче, ну, в принципе, есть. Кто-то вон в масках ходит. Вот эту воду некоторые разобрали, а так вообще пока что все есть. Его тоже есть. Все разобрали. Все пустое. Бедные, как они будут выживать в кризис? Они думают, что у них кризис. Ну, на самом деле, утилитарно, конечно. Ну да, много чего не заполняется. Оля, каждый сегодня заготовил. Ну, они же не готовят сами, поэтому они все набрали. То, что полуфабрикат будет стоять. Это что такое? Это что такое? Эти полуфабрикаты все тоже сядут. Это ничего. Почти что. Все берут, но надо что, брать, что ли? Надо брать, но все берут, да, не надо. Возможно. Вообще ничего нету. Глянь! Все макароны собрали. Вообще пипец. Ни макарон, ничего, одни итальянские каннеллони. Тут что, тоже заморозку почти все уже схватали, да? Что-то вообще, что-то с чем? Валится. Надо просто где-то хранить, в Америке, понятно, у них там шкафы. Это что такое? Одна трепуха какая-то осталась. Мозги? Возможно, да. Да, вот они. Короче, осталось то, что никто не хочет есть. Испанка сейчас подошла и сказала, говорит, ну что-то ничего и нету. Че, психопу. Ёпарасят, всю весь рис разобрали, мам, ты глянь. Мам, все полки пустые. Вот, короче, яиц нету, колбас полно. Яиц вообще, кроме перепелиных, никаких больше нету. Мое сердце в тревожную даль зовет. Ну, в основном, я все жду, когда мама допоет. У нее не заканчивается там. Я думала, ты где? Нет. Нет. Китайские все закрыты. Все закрыто. Вообще, вот эти вообще никогда не закрываются. Ни на обед, никогда. Да, но я же показывала, все взяли себе выходные. Небо-то, конечно, чистое, голубое, красивое, и солнышко светит, и тепло. Они нормальные. Ездят, даже их не штрафуют за то, что они так нарушают звуковой вот этот режим какой-то. Ну, город вообще пустой немножко. Все по магазинам или, видать, из магазина сразу домой бегут. Лапутория вот открыта, где кому кто-то должен позвонить в другую страну. Переговорный пункт. Перевести деньги. Перевести деньги, в интернете посидеть, потому что у многих до сих пор здесь интернета даже дома нету. В 2014 году мы когда квартиру покупали, мы вроде как еще что-то было понятно, но сейчас уже намного больше появилось всяких за 6 лет, да, разных видов интернет подключить, и у людей до сих пор нету. Да, и люди до сих пор не подключили себе многие интернет. Не знаю, что это такое.
как это назвать. Ну, здесь вообще как без интернета дружит. Вообще спокойненько живут себе, ходят, вот оплатят себе часок и все. И посидят там. Им этого достаточно почему-то. Я не представляю себя без интернета. Риньо! Лена! Лена! Ой, там мой рука контента. Elena, me voy al Mercadona. ¿Necesita algo? Da igual. Me da igual. Bueno, yo compré lo que vea.